Планер в Тодороскримова. Ему же передача. Атака. Тодороскримов не попадает по блоку. И в площадку тоже не попадает. Команда Енисей берет просмотр. Абаев. Тодороскримов пробивает блок, а в площадку не попадает. Было ли касание блока? Александр, я... Да? Да. Тодороскримов. Мощный мяч цепляет Троцкин. Константин Абаев принимает Алексея Родичева, атакует с четвертой зоны. Очень мощно. Очень мощно. И с касанием блока мяч приземляется то ли в площадку, то ли в аут. Очень сильный был удар.